Телекомпания «ВИД» представляет. Существует 4 стихии. Вода, земля, огонь, воздух. Вы думаете, что я скажу, что музыка это 5-я стихия? Нет. Дело в том, что 5-я стихия это только хорошая музыка. Плохая музыка это стихийное бедствие. Мы начинаем сегодня с вами здесь. Концертный оркестр под управлением Александра Евмененко. И, конечно же, главные действующие лица наших героев не появляются в студии. Встречайте их аплодисментами. Добро пожаловать! Прошу вас занимать ваши игровые места. Время начинать наше сегодняшнее шоу. Уважаемые телезрители, помимо любви к музыке, наших участников объединяет еще одна, но пламенная страсть. Они находятся в одной страте, если говорить наукообразным языком. Они все стилисты. Итак, знакомьтесь, Борис Ким. Топ-стилист считает, что нет предела совершенства, чтобы полностью передать вселенную женской красоты и индивидуальность стиля. Борис Ким. Участница под номером 2 Ирина Павлова. Парикмахер. Знания психологии помогают ей в завершении художественного образа целостной личности. Ирина Павлова! И третий участник нашей программы Максим Седаков! Директор дизайн-студии. Его жизнь проходит под девизом «Красота спасет мир, а я лишь немного помогу красоте». Максим Седаков! Дорогие друзья, уважаемые участники, мы очень рады, хочу напомнить, мы очень рады, что вы сегодня с нами. Я уверен, нас ждет красивая, яркая игра. Борис, выбирайте, вы участник под номером 1. Времена года, имена, рубеж веков, отдел кадров. Что будете брать? Имена. Нота, в которой бы вы хотели сыграть. Четвертая. Нота номер 4. 1000 рублей. Слушаем музыку. Ирина была первой, да. Кукла Даша, кукла Маша. Там на самом деле огромное количество женских имен. Да, да, куклы. Начало положено. Вы знаете, Борис, вы в начале игры сделали небольшую ошибку. Вы убрали руку за спину. У вас серьезные соперники. Держите руки у желтых кнопок. Уважаемые игроки, Ирина, выбирайте. Да, но не дай бог, вы нажмете ее внезапно. Вам придется отвечать. Ирина, прошу. Давайте имена. Имена? Первая. Первая нота. Слушаем. Первым был Максим, да. Мэри. Мэри, где там любовь, там и слезы. Мэри, где шипы, там и розы. Угадана! Прошу выбирать. А давайте останемся в именах. Давайте. Вторая или третья? Вот дилемма. Как же ее решить? Вторая, третья. Знаете, вот есть такое... Давайте вторую. Вторая нота. Слушаем музыку. Максим. Он поспешил, мне кажется. Золушка. Золушка, совершенно верно! Хоть поверьте, хоть проверьте. Угадано! Хоть скажите, хоть вот так, хоть поверьте. Выбирайте. Давайте тоже тут останемся. Останемся в категории имена. Единственная оставшаяся третья нота. Слушаем. Вот третья. Борис! Я люблю тебя, Дима. Лариса Черникова исполняет эту песню. Да! Прекрасно. Итак, каждый из игроков добился победы. Кстати, Максим, вы дважды угадывали верно. Вы лидер. Вы, выбирать будет Борис, прошу. Времена года, рубеж веков, отдел кадров. Давайте времена года. Времена года. Нота. 4. Четвертое. Слушаем. Борис. Посмотри, какое лето. Филипп Киркоров. Посмотри, какие дни. Отличная игра. Вот стоит похвалить одного игрока, привести его в пример его соперникам. И тут же соперники начинают играть, угадывать. Борис, отлично играйте, это я говорю для Ирины. Очень хорошо, вы сейчас угадали две мелодии подряд. Прошу, выбирайте. Ну давайте тоже времена. Времена года, остаемся в этой категории. Первая нота. Отдайте нам ее. Опоздание мы обязаны. Наказаны. Ой, наказаны. Что слова любви, что слова любви прежде, прежде сказаны. Да, совершенно верно. Так.
Ну вот, собственно говоря, ларчик открывался просто. Теперь я сам для себя открыл технологию. Ирина, очень хорошо, очень хорошо. Угадайте, Максим, это я для вас, естественно. Прошу вас. То же самое. Времена года. Вторая нота. Максим. Листья желтые. Над городом кружатся. Итак. Уважаемая бухгалтерия телекомпании «ВИД» и Первый канал, приношу свои извинения, но я открыл методологию угадывания всех мелодий, чем будем заниматься впредь. На этом первый тур нашей программы заканчивается. Во втором мы заберем все деньги мира. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники, и возвращайтесь во втором туре нашего шоу. Отличное начало, прекрасная игра. Они любят музыку и стиль. Стильная музыка и стильное шоу. Все это к вашим услугам. Сегодня с нами играют стилисты. Великолепная тройка участников нашего шоу появляется в студии. Занимайте свои игровые места. Вперед, вперед, время делать игру. Время грабить бухгалтерию. Итак, мне только что позвонили из бухгалтерии телекомпании «ВИД» и Первого канала. Сказали, чтоб я не баловал, но я отверг их претензии в свой адрес. Ирина, прошу вас, выбирайте. Вы набрали наибольшее количество денег по итогам первого тура. Полеты во сне и наяву. Полеты во сне и наяву. Здесь полеты могут песни о реальных полетах, либо о полетах сказочных, фантазийных. 1500 рублей стартовая цена. Слушаем. Ирина. Ой. Зачем он ей это предлагает? Ира, смотри на меня. Он ей как бы... Раз, два. Известнейшая песня. Шлягер. Летим высоко, любить друг друга в небе. Дискотека «Авария». Так называлась эта песня. Вы ее не угадали. Что-то какой-то сбой в программе произошел. Ничего страшного, две мелодии, вы вне игры. Молчу. Право выбора. У вас, Борис, прошу, выбирайте. Видимо, напитки. Напитки. Вы знаете, в принципе, мы не злоупотребляем, но и отказываться от напитков спиртных и не спиртных мы не планируем. 1500, поехали. Борис, да. У самовара я и моя Маша. У самовара, верно, угадано. Ирина, еще одна штрафная мелодия, всего лишь одна, дождитесь. Выбирайте, прошу. Давайте останемся в напитках. Останемся в напитках, будем продолжать. Последняя нота. Принимать, а здесь нет нот, здесь мелодия одна с другой, будем принимать вовнутрь. Слушаем. Первым был Максим, он вас опередил, Борис, да. Я поднимаю свой бокал. Чтоб выпить за твое здоровье, угадано! Я все-таки обошел. Дорогие друзья, хотелось бы отдельными аплодисментами отметить появление Ирины на нашей площадке. Вот она выходит из тьмы в свет. Добро пожаловать. А где аплодисменты, а? Добро пожаловать. Ира, мы ждали вас и дождались. Максим, выбирайте. Конь мой вороной. Конь мой вороной. Лошади в этой категории. Слушаем. Ирина была первой, да. Ходят кони над рекой. Вот он, реванш за ошибку, которую вы допустили в начале второго тура. И, кстати, Ира, поздравляю, вы становитесь лидером. Выбирайте дальше. Вторая тоже конь была. Слушаем. Так. Максим, вот знаете, я хорошо угадываю мелодию. Но если бы я не знал, что написано у меня в карточке, я бы вот точно не ответил. А вам это удастся? Ну, Максим, раз. Вот я Ире подсказывал. Понятно, что тема кони, да? Сейчас я буду изображать коня. Ну вот какого коня? Такого. Кони привередливые. Кони привередливые, да, Высоцкий. Посмотрите, Ира, Максим меня более внимательно слушал. И вот результат. Он спасен от отсидки в течение двух мелодий. Выбирайте. Давайте тоже там же останемся. Останемся. Конь мой вороной. Или ходят кони, или конь мой привередливый. Так называется эта категория. Слушаем. Ирина. Усталость забыта. Погоня в горячий график. Борис, догоняйте соперников, они убегают вперед. Ирина, убирайте. Там еще больше. А, есть еще что-то? Лошадка одна есть. Отлично. Слушаем. Вот мы ее сейчас.
Максим. В лицо мне рыжий, ой, дышит рыжий конь. А по ночам мне снится конь, да, в лицо мне дышит рыжий конь. Косит. Как косит лиловым глазом. Лиловым глазом, верно, угадано. Михаил Боярский, Максим, прекрасно играете. По первому аккорду достаточно сложную песню. Выбирайте. Давайте напитки. Напитки. Ну да, действительно, собственно говоря, некая сухость один ощущается в гортане. Напитки, слушаем. Ирина. Пам-пам. Ушла, наверное. А, пиво. Так, раз. Пиво. Так, сейчас, два. Сейчас. Так, три. Когда муж пошел за пивом. А наказывать я вас не буду, Ирина, потому что на этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Борис, я предлагал вам догонять ваших соперников. Вы, к сожалению, не смогли этого сделать. Спасибо огромное, Борис. Аплодисменты Бориске. Ирина, Максим, до встречи в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Итак, две путевки в третий тур разыграны, но еще не разыграна путевка в суперигру. Как оно будет, поживем, услышим. Дождитесь третьего тура и финала. Дорогие друзья, давайте встречать наших участников. Они появляются в студии. Громче аплодисменты, зрители. И, конечно, это касается вас, уважаемые телезрители. Прошу вас, занимайте игровые места. Вы в третьем туре. Поздравляю с хорошей, яркой игрой. С тем, что ошибки, которые делали некоторые участники, не привели к фатальным, я бы даже сказал, летальным последствиям. Итак, лидером по итогам первого тура является Максим. Максим, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о том, что все открытия, к сожалению, увы, уже состоялись. Прошу. С 7 нот. А я с 6. Ладно, угадываю. Угадывай. Итак, песня о том, что все открытия уже состоялись, звучит 6 нот. Ирина, раз, два, три. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Сейчас становится 1-0 в пользу Максима. Да, Максим заслуживает аплодисментов, потому что тут, в третьем туре, если ваш соперник ошибается, вы зарабатываете очки. Подсказка номер два. Песня о сладком возлюбленном. Я отгадаю эту песню с 7. 7 минут. Я с 6. С 5. Угадаю. Угадывай. Песня о сладком возлюбленном. 5 нот слушаем. Все? Все. Ровно 5. Там-там-там-там. А повторить еще можно? Нет. И времени у вас нет, Максим. Раз. Это, по-моему, мой мармеладный, мой шоколадный. Мой мармеладный, я не права! Попробуй джага-джага. 2-0. Ира, вас это не настораживает? Меня это настораживает. Меня очень. Давайте насторожимся. Да. Подсказка номер 3. Песня о путешествии по бывшей улице Горького. Очень прозрачная. Прошу вас, Максим, начинайте. Ну, я, как всегда, с 7 нот. Я с 4. Так, сразу угадывай. Да. Песня о путешествии по бывшей улице Горького. 4 ноты. Слушаем. Вдоль по Питерской. Отлично! Подсказка номер 4. Песня о большой любви к парнокопытному животному. А я с 3 нот угадаю эту мелодию. С 3 нот. Самая высокая цена – это право начинающего торги. Итак, песня о большой любви к парнокопытному животному. Знаете, что это за животное? Я уже догадываюсь. Ну что, желаю удачи. 3 ноты, слушаем. Жил-был у бабушки серенький козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Именно эта мелодия звучала. Счет 2-2. Решающая подсказка. Игра идет до 3 очков. Песня о нелегком солдатском пути. Ирина, прошу вас, начинайте. Максим, я угадаю эту мелодию с 4 нот. Угадывай. Песня о нелегком солдатском пути. 4 ноты. Слушаем. Эх, дороги, пыль да туман. Сейчас становится 3-2 в пользу
аплодисменты, аплодисменты. И, конечно же, аплодисменты вам, Максим. Вы играли очень хорошо, вы лидировали по итогам первых двух туров, но Ирина взяла себя в руки, опять же, ну, надо уступать. С помощью ведущего, который сказал ей: «Ира, вас это не тревожит». Она встревожилась и выиграла. Максим, спасибо огромное, всего доброго, Ирина. Увидимся в супер-игре нашего шоу. Прошу, зайдите на поле, уважаемые участники. Помощь ведущего, вот чего не хватало Ирине. Помощь пришла вовремя, что называется, ко двору, и вот финал. Она выходит в суперигру. Итак, наступает финал. Вы слышите, какие аплодисменты у нас на зрительских трибунах? Мы таким образом встречаем финалистку нашей сегодняшней программы. Ирина Павлова занимает центральное место. Место победительницы. Ирина, поздравляю вас с выходом в финал. Отличная игра. У вас 15 857 рублей. Было бы больше, если бы кто-то не ошибался во втором туре. Но мы не будем помнить об ошибках, будем помнить только о хорошем. Вы готовы? Готова. Мы желаем удачи Ирине Павловой, финалистке нашей программы. Тишина. Начали. Пропустим. Пока пропустим, ничего страшного. Главное здесь не ошибиться. Следующее. Милая, ты услышь меня. Милая, ты услышь меня, да. Следующее. За поворот. За поворот. Ой, это старая песенка. Хорошая, да. Хорошая, хорошая тема. Вы сейчас правильно двигаетесь. За поворот. Но куда-то он что-то не идет. За поворот. Убежал за поворот. Хорошо, я хотела побежать за поворот. На тройку с минусом, но тройка — это государственная оценка. Сложнее, чем на телевизор. Пропустим. Пока пропустим. Дальше. Осенний вальс. Школьный вальс. Да-да-да. Ой, в лесу прифронтовом. В лесу прифронтовом, да. Я на самом деле сейчас нарушил правила нашего шоу, но только ради вас. Здесь нельзя ошибаться. Лучше пропускайте. Засчитано, угадано, уложено. Следующее. Да. Мы ее, короче, тоже пропускаем. Короче, тоже пропускаете. Нет, я не в смысле вам показывал пропускать, я вам намекал. Мелодия номер 7. Где ж ты, милая, милая, красивая? Ждет тебя грузин. Огана! Со Болгашвили. Итак, в запасе 13 секунд. Возвращаемся к мелодии номер 1. Слушаем. Но вспомнили. В Москве водятся... Водятся лещи, ягоды, грибы. Ягоды. Да, угадано. 9 секунд. 9 секунд, 2 мелодии. Мелодия номер 4. Там у нас еще третья была, по-моему, да? А у нас еще была шестая. Давайте к шестой перейдем. Да. Слушаем. Четвертая была «Горький мед», Александр Буйнов, а шестая была «Прощай, Олега Газманова». Не выиграли вы суперигру. Ну, понятно, хорошо, что музыка вечна, но время нашей программы, к сожалению, ограничено. Я имею в виду 30 секунд суперигры. Аплодисменты нашей финалистке! Спасибо. Ирина, позвольте поздравить вас, несмотря ни на что, игра была красивая, яркая, интересная. 15 тысяч все-таки ваши. Жалко, что их не стало, этих денег не стало больше. Уважаемые телезрители, вы видели все, мне нечего добавить. Остается лишь сказать с уверенностью, что следующая программа обязательно завершится выигрышем суперигры. Дождемся этой программы. Мы прощаемся с вами, но не прощается наше шоу. Со-со Павляшвили ждет тебя, грузин, мой дорогой телезритель.
позвонил прямо среди ночи. Тебя назвал девочкой своей. Я прочитал, что скучаю очень, и попросил, приезжай скорей. Быстро собралась ты ко мне в дорогу, на ближайший рейс ты взяла билет. Но остановил пограничный строгий, никакой любви, если визы нет. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, все тебя грузин? Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя?